кто такие гермелины, я тебе сейчас расскажу и покажу. Меня зовут Дарья, я кролоняня. В прошлых видео я рассказала тебе много интересного про кроликов, а также мы составили список всего необходимого, чтобы завести такого вот пушистика к себе домой. Теперь я начну тебя знакомить с породами этих животных. И сегодня я расскажу тебе про очень мимимишных малышей породы гермелин. Карликового кролика гермелин называют еще по-другому польским кроликом, а характеризуются они сравнительно небольшим размером, и вес их не превышает 1,5 кг. Его отличает от кроликов других пород всегда белый окрас, который придает ему игрушечный вид, а миловидности добавляют маленькие ушки и укороченная мордочка. Кролик-гермелин быстро привязывается к человеку, с удовольствием отвечает взаимностью на ласку и идет на контакт с человеком. Цена такого малыша примерно 5-6 тысяч. Перед покупкой знакомиться с документами и родительской парой. Нельзя выбирать крольчонка по размеру, ведь в маленьком возрасте они все маленькие и миленькие. При выборе крольчонка осматривают со всех сторон. У него должна быть белоснежная шубка, не должно быть никаких пятен и пожелтений. Также следует обратить внимание на ушки. Они должны быть маленькие и чуть-чуть округленные. Если уши сравнительно большие, то перед вами гермелин нечистых кровей. К лотку белоснежные кролики-гермелины приучаются очень быстро, поэтому у хозяина таких кроликов никогда не будет проблем с чистотой в доме. Что касательно содержания, жить гермелины должны исключительно дома, никаких уличных вольеров и стаек, ведь гермелин – декоративный зверек, который нуждается в хороших условиях. А как же завести себе такого кролика домой? Ведь очень часто бывает, что люди приобретают вместо карликового кролика обыкновенного. Их подводит незнание отличительных черт и желание сэкономить. Чтобы не разочароваться в будущем, за гермелином идут в питомник. Подписывайся на наш канал и смотри другие видео про кроликов.